Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как расширяется сеть МФЦ, какие услуги можно получить в центрах и что представляет из себя новый бренд «Мои документы»? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии директор Самарского МФЦ Александр Иванов. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Львович. Давайте начнем с общего. Что же такое МФЦ? Как расшифровывается? Как давно появилось? Ну, мы, наверное, появились в 2011 году, и, собственно, МФЦ, это, знаете, было как задумано как альтернатива органам власти. Суть такая, что гражданин может пойти получить услугу как у нас, так и в орган власти. Соответственно, он выбирает, где ему удобнее, где ему проще, где ему лучше. Единственное, что наш МФЦ, соответственно, законодательство нам регламентирует любое наше действие. У нас нормы комфортности, нормы доступности. И, соответственно, когда делается МФЦ, то все, что там сделано для того, чтобы гражданин или заявитель, то есть придя в МФЦ, получил удовольствие от... Так, быстро проделанные и качественные работы. Да. Государственные и муниципальные услуги. А вот Самарский МФЦ на сегодняшний день что представляет? Вот спустя с 2011 года, что это за сеть? Можно так сказать? Можно. Значит, в начале 2015 года у нас было три отделения. Значит, это было центральное отделение, которое находится, Московское, Киевское пересечение. Было отделение на Свободе. Значит, общее количество было там 72 окна. Вот. После того, как в 2015 году, значит, область нам выделила деньги на развитие совместно с городом, и, соответственно, мы открыли еще 6 отделений. В совокупности мы выполнили указ президента номер 601. Указ гласит о том, что, значит, на 5000 жителей должно быть одно окно единое, так называемое, в шаговой доступности. И вы в эти нормы укладываетесь? Соответственно, сейчас у нас по городскому округу Самара 211 окон, и мы выполнили этот норматив. Да. А какие услуги предоставляются вот в количественном отношении? И какие из них самые популярные на сегодняшний день? Вот меняются как-то? Ну, во-первых, есть сезонность, и есть, скажем так, конечно, фавориты. Фаворит – это недвижимость. У нас очень хорошие, тесные отношения с Росреестром. Да. Мы практически одни из первых в России ввели такие услуги, как одного дня. Это значит получение выписки из ГРП и, соответственно, приватизация. Потом добавилась туда тоже однодневная выписка, это и по земле. Соответственно, что это такое? То есть, если по законодательству там было сначала там, 14 дней, потом 7, потом 5, а у нас эта услуга оказывалась в течение одного дня. Более того, значит, был такой тестовый запуск, когда вообще в электронном виде двигаются документы, а орган власти выносит решение, отправляет нам, а мы заверяли своими, так сказать, силами и выдавали гражданину уже выписку, заверенную МФЦ. Там появился ряд кое-каких вопросов. Вот, надеюсь, что мы их решим, и тогда выписку вот одного дня мы сможем оказывать во всех наших отделениях, пока только в центральном офисе это есть. То есть недвижимость самая востребованная. Да. Оформление, да, регистрация, да, да, и так далее. Ну, во-первых, они одни из самых сложных, потому что там много ходов, много, да, взаимосвязанных действий надо предпринять. Ну и, во-вторых, да, действительно, это самая такая... А проходимость, вот так скажем, увеличивается? Людей больше приходит? Больше потребителей ваших услуг? Ситуация как складывается? Значит, в какой-то момент у нас приходило до 3000, вот только в центральное отделение, до 3000 человек в день. Очень много было народа. И... все приходили в основном получать какую-нибудь одну услугу. Мы, оценив это все дело, решили, что надо каким-то образом информировать наших заявителей о том, что надо, если придете сюда, можно получить сразу несколько услуг. И, соответственно, с того момента очень сильно изменилась статистика. Скажем так, мы в прошлом году оказали 756 тысяч услуг, и причем заявителей пришло 460 тысяч. То есть практически в среднем один человек получал одну и там 7 или 8 десятых услуги. Хотя раньше приходили каждый за услугами. Более того, раньше просто приходили даже просто за консультацией, потом возвращались, приходили
еще раз. Да. А что это такое? Это потери временные, значит, соответственно, и денежные, без бюджета города. Да, вот я тоже соглашусь с вами. Действительно, претерпевает тут изменение работы вашего центра, потому что и дополнительные услуги появляются. Допустим, если ты делаешь загранпаспорт, тут уже можно сфотографироваться, что очень удобно. В общем, идете навстречу людям и потребителям. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Я напомню, телефон 202-11-22. Звоните, у нас еще есть время. Здравствуйте, можно ли в МФЦ выписаться и зарегистрироваться? Живу в Самарском районе, куда мне подойти? Ну, на данный момент мы выпиской и пропиской не занимаемся. Почему? Потому что это направление, которое курирует ЖЭУ, там ТСЖ и паспортные столы, соответственно. К сожалению, значит, вопрос поэтому поднимался, он давно уже, так сказать, есть проблема в общей базе. То есть, если была бы общая база, объединенная всех ТСЖ, соответственно, весь жилой массив, возможно, что это когда-нибудь и будет решено. Пока нет. Понятно. Следующий вопрос от Дмитрия. В некоторых городах есть выездная регистрация, прием документов, проведение сделок. Почему бы и вам так не сделать? У нас есть. Есть? Это, да. Вот расскажите вот Дмитрию, чтобы он уже точно знал. Вот для этого что нужно? Ну, позвонить, наверное. Можно позвонить. Сайт, да, вот у нас появляется периодически сайт, на там название экране. Сайта, зайдете на сайт, там можно записаться, либо заказать услугу выездную. Там увидите, сколько это стоит. Более того, там есть так называемые комплексные услуги, когда это комплексные услуги, это связано с жизненными ситуациями. Ну, например, девушка вышла замуж, соответственно, у нее там свидетельство о браке, изменение фамилии, изменение паспорта, изменение заграничного паспорта. Вот такие взаимосвязанные услуги, то есть можно сразу получить комплексные. И, соответственно, при одном обращении сделать там до 12-15 услуг. Следующая такая вот реплика. Почему у вас нет комнаты для расчетов? Почему Газбанк повысил пошлину? Ну, за Газбанк вы, наверное, не будете отвечать? Или тоже можете? Ну, я могу сказать, что, в чем я в курсе. То есть, и, соответственно, разговор был о повышении пошлины. Я объясню ситуацию. Это, собственно, ничего сложного нет в этом. А вопрос стоит таким образом. То есть, при том поступлении денежных средств, соответственно, Газбанк – это коммерческая организация, она должна зарабатывать какие-то деньги, а не бесплатно оказывать услуги. И, соответственно, при той, вот они, очень минимальная была у них ставка, и, соответственно, некоторые отделения вообще были в минусе у них. То есть при работе в некоторых отделениях был минус. Но, кроме всего прочего, был проведен анализ, взята цена в среднем по городу, и, в общем-то, одна из самых нижних – это вот ставка Газбанка. Зашла сегодня тоже к вам на сайт, вот МФЦ Самарский, и увидела, везде фигурируют мои документы, что-то новое, потому что раньше этого не было. Что это такой новый бренд? Чем не устраивает МФЦ? Потому что все только привыкли к МФЦ, теперь вот какие-то мои документы. Ну, значит, объясню ситуацию. Когда начинали открываться МФЦ, они открывались, в принципе, было какое-то общее законодательство, и каждый вот во что горазд, тот и делал. А, соответственно, что такое госуслуга? Она должна быть единой, стандартной везде. Соответственно, и был придуман такой бренд, чтобы гражданин, прибыв в любую точку нашей страны, мог прийти в данную организацию и получить аналогичного качества и аналогичные услуги, которые он привык получать у себя дома. Соответственно, под это был придуман бренд, и все новые 6 отделений, которые мы открыли, они соответствуют этому бренду. Более того, я считаю, что ну, люди по-прежнему, по старой памяти, приходят в 2 отделения на Московском, на Свободе. На самом деле, надо ходить в разные отделения, потому что есть такое понятие «шаговая доступность». А вот, кстати, про Самарский район так и не ответили. Ну, если человек решится даже за другим пойти. Вот если из Самарского района, куда ему легче, лучше, ближе? Ну, во-первых, на Вилоновской есть отделение. Это у нас в сотрудничестве со Сбербанком. Они там предоставили помещение, дали оборудование. У нас там сидят люди. Нужно там, узнавать. Да. Все адреса, они у вас на сайте, да, конечно. Да, все адреса на сайте. Ну, 6 отделений. Для 6 гражданина Вилоновской 13. Ну, вот. Следующий вопрос задает Владимир Иванович Ларин. 10 февраля я сдал документы на оформление гаража.
И до сих пор они не готовы. Здесь вот он пишет полностью регистрационный номер. Вот как, что можно ответить? Ну, как его зовут? Владимир Иванович Ларин фамилия. Владимир Иванович, я вам предлагаю прийти к нам в отделение с вашими документами. Я объясню всем ситуацию. На самом деле мы принимаем только документы. Мы проверяем их комплектность. В наши функции не входит возможность проверить их подлинность или правильность, точность, там, я не знаю. Соответственно, мы собираем пакет документов по списку и передаем в органы власти. Орган власти принимает решение зарегистрировать, не зарегистрировать, поставить на приостановку, отказать. И, соответственно, есть какая-то причина. Если вас не известили об этом, значит, ну, надо уточнить этот вопрос. Мы с удовольствием вам поможем. Да, кстати, вот по качеству оказания услуг сотрудниками МФЦ, какая у вас работа, какая техника, тактика существует? Ну, это одна из самых основных направлений, наверное, одно из самых основных направлений нашей деятельности – это повышение качества и удовлетворенности граждан. Для этого проводится громаднейшая работа. Соответственно, начинали мы таким образом, что около каждого окна стояла такая, типа, пульт с тремя кнопочками. В банках бывает, и в других организациях. И, соответственно, если заявитель чем-то не удовлетворен, он стоял там неудовлетворительно. Могу сказать сразу, что это везде написано. У нас записывается видео и звук. Когда контактируешь граждан, с работником, да? Соответственно, моментально, то есть как только появляется неудовлетворительная оценка, мы поднимаем данную ситуацию, рассматриваем, разбираем. Если это виноват наш сотрудник, мы его наказываем, конечно, каким-то образом. Вот. Более того, значит, очень тесная работа идет с органами власти, то есть постоянно идет обучение наших сотрудников. Нам присылают практически все типичные ошибки какие-то. Эти ошибки систематизируются, анализируются. И так как у нас на нашей базе МФЦ есть учебный центр, мы собираем всех своих сотрудников, проводим уроки, обучение. И, соответственно, они сдают какие-то экзамены. Вот, повышение квалификации. Особенно у пожилых людей вот есть такие проблемы. При оформлении очень важных документов, вот нужно сдавать, да, допускаются ошибки. Несколько раз переписывают, да. Даже я, вот приходя к вам в центр, три раза переписывала какой-то документ, то там ошибка, то там. У вас нет услуги, чтобы ваши специалисты грамотно и быстро оформляли вот, для сдачи документов? Таких нет. Вы знаете, есть услуги, которые наши специалисты по законодательству обязаны оформлять и вносить данные. Да, мы это мы делаем. А есть услуги, когда гражданин должен сам заполнить, собственноручно. Раньше у нас была такая услуга, то есть она была платная, потому что она не входила в обязательный перечень. Но сейчас вот законодатели решили, что это не должно быть. И, соответственно, ну вот, а если вот, помощи вот такому пожилому человеку, может же ваш сотрудник естественно как-то оказать? Да? Естественно, оказываем, подсказываем, показываем как. Понятно. Следующие вопросы. Михаил, планируется ли на смартфонах выпустить приложение «Мои документы» и личный кабинет МФЦ? Потому что вот в налоговой, да, вот появился личный кабинет, услуга популярная такая стала еще где-то у вас. Вы знаете, на самом деле это не очень сложная задача, наверное, вот, но, тем не менее, она стоит каких-то денег. В случае сейчас, так сказать... Такой экономической ситуации. Да, ситуации пока, наверное, на это не будет денег. Но, тем не менее, мы это имеем в виду, и, в общем, даже есть понимание, как это должно выглядеть. А следующий вопрос. Почему в Самаре, в МФЦ, такой услуги, как записаться в очередь в детский сад, не существует? Она у нас уже существует. Вот видите, опаздывают наши телезрители. Да, она уже у нас существует. То есть она, правда, недавно только открылась, в феврале месяце. Значит, но суть какая-то услуги. То есть вы можете прийти в любое удобное для вас время с 8 до 8. Значит, ну, за исключением субботы. В субботу там у нас сокращенный рабочий день. И записаться, одновременно подать заявление в 5 различных детских садов. И на сайте образования можно отслеживать их, так сказать, состояние. Да, вот как раз следующий вопрос. Где можно найти информацию о свободных местах в детский сад? Это вот на сайте образования или где? Сначала подается заявление в какие-то сады, а потом, так сказать, уже смотрится.
Можете сказать, сколько всего сегодня существует услуг? И, может быть, кроме детских садов, еще какие-то новые появились, вот, чтобы зрители были в курсе? Вы знаете, на самом деле услуги постоянно добавляются новые. Вот в прошлом году у нас такой блок добавился пенсионного фонда. Там практически очень много услуг добавилось у нас, очень сложных услуг. Часть услуг, они объединяются в одну. Там, это живой процесс, а постоянный, значит. И сейчас у нас в районе там, 240 услуг. Какая-то часть там платная есть, есть бесплатная. Соответственно, да. Вот лично меня заинтересовало, знаете, что ветеринария, я подумала, какое отношение вот к МФЦ это может иметь. Да, у нас есть, кстати, вот недавно мы узнали. Кажется, такое узкое совсем направление. Узнали такое, знаете, что оказывается вот большая проблема там получить по охотохозяйству, рыболовству там лицензии. Собственно, у нас вот в МФЦ можно в МФЦ вот прийти и получить лицензии? То же самое, да. Да. И вот тоже вот содействие гражданам в поиске подходящей работы. Как это может МФЦ сделать? Тоже это интересно. Ну, это в сотрудничестве с фондом занятости. Вот. Соответственно, у нас есть... Потому что это такой вопрос актуальный. Вакансии, которые можно... Ну, на самом деле, конечно, мы заходим на их сайт в электронном виде, смотрим, что они могут предложить, и, соответственно, помогаем гражданам каким-то образом там подыскать себе работу. Если воспользоваться тем, что руководитель сегодня у нас МФЦ, скажите, пожалуйста, лично вот в вашем, не лично в вашем, а в вашем центре есть вакансии? Ну, чтобы вот люди практическую информацию для себя тоже услышали. Да, у нас сейчас есть вакансии. Но хочу сразу сказать, что работать у нас тяжело. Вот, так как вот открывалось сразу 6 отделений, был большой набор проведен. Ну, много увольнений, потому что люди, ну, кому-то по каким-то разным причинам увольняются. То есть тяжело работать, поэтому, конечно, ну, мы со своей стороны стараемся их поддерживать там. Проводим вплоть до того, что сейчас вот будут семинары по стрессоустойчивости. Ну, конечно, работать с людьми да, это очень сложно. Да. Тем более ситуации очень разные бывают, когда срочно нужны какие-то там справки, нерешенные проблемы у людей и, естественно, сотрудников. Все это принимает на себя. Давайте еще поговорим о вот социальной сфере. Вот для социальной сферы какие еще услуги вот у вас предусмотрены? Ну, одно из самых востребованных. Ну и, соответственно, все, всевозможные пособия по, значит, там, по рождению ребенка, по, там, при поступлении в школу. Очень востребованная услуга, это сейчас особенно это Красноглинский район. Значит, Рижская 9 у нас отделение. Это услуга... А что там в Красноглинске? Ну, это Красноглинский и Рижский 9. Красноглинский это у нас в Крутых Ключах отделение, а Рижская 9 это противоположный конец города. И, соответственно, услуга, которая компенсация по выплатам по ЖКХ. Ну, где превышают нормативы, то есть там компенсируют жителям. И вот эта вот услуга очень популярна в этих районах, то есть там много людей приходит. Более того, хочу сказать, так как они раньше приходили, ну, тоже уже привыкли приходить, так как раньше этим занималась соцзащита, и там был приемный день, там два дня всего в неделю, или три там, я не помню. Но суть какая сейчас, с 8 до 8 каждый день, но они до сих пор приходят строго, так сказать, в четверг, все вместе. И поэтому я пользуюсь случаем, хотел бы сказать, можно прийти в любой день недели, без очереди, получить эту услугу. На этом все, да, социальная сфера? Или что-то еще есть? Ну, сейчас будет, вот к весне сейчас будет опять же популярная услуга. Это льготные летние лагеря. Это очень много людей приходит. Это когда там идет компенсация за отдых. Вот, и, соответственно, вот она тоже у нас будет оказываться по всем отделениям. Опять же, очень близко. Раньше все ехали в центральный офис, а сейчас можно в любое наше отделение прийти и получить эту услугу. Угу. Приближаются вот праздничные дни. Как будут работать центры? Потому что дней много, и, в принципе, возможности решить какие-то проблемы, не отпрашиваться с работы и так далее. Ну, до субботы, так сказать, мы работаем в обычном режиме, а выходной – воскресенье, понедельник, вторник. Угу.
По налоговой сфере, вот и гражданско-правовой статус заявителя, вот тоже такое, вот как вы связаны вот с налоговой сферой, чем можно вот воспользоваться в центре, что можно сделать, что связано с налогами? Ну, с налогами у нас практически все услуги, которые оказывает налоговая, все можно у нас подать заявление на регистрацию предприятия, на изменение в устав, там, закрыть предприятие, сдать налоговую декларацию, все, что справку 3 НДФЛ. Весь спектр услуг можно прийти у нас оформить. Да, вот потому что в последнее время всплеск был вот с ННН, с номерами. Это ННН тоже возможно, ННН, потому что все вот стояли в налоговой в очереди, вот сама лично. Вот. Да, ННН тоже можно получить вот, у нас. Если бы вот пошире была информация, что можно в МФЦ быстрее все это вот сделать. И вот гражданско-правовой статус заявителя тоже. Ну, это услуги этом... ЗАГСа. То есть можно заявление подать. Там, все, что... ЗАГС оказывает, можно через нас подать. Ну, за исключением там нескольких услуг. Вот расскажите, над чем вы сегодня работаете как руководитель вот о своем центре? Какие у вас вообще планы, задачи? Ну, вот вы уже сказали, что, конечно, на совсем вот что-то новое, внедрение чего-то нового, может быть, не совсем хватает средств. А вообще вот какие перспективы? Ну, на самом деле сейчас одна из самых главных задач, которую мы вот сейчас поставили перед собой – это повышение уровня обслуживания, скорости и уровня обслуживания. Потому что от этого зависит количество обращений. То есть, если мы неправильно с человеком сделали какую-то ошибку, он приходит второй раз. Это значит временные и денежные потери, соответственно. Соответственно, сейчас будет, как одна из задач, это именно повышение уровня наших служащих, чтобы меньше ошибок совершали. И, соответственно, чтобы они быстрее работали и более точно выполняли свою деятельность. Для этого у нас сейчас разработан целый план мероприятий, который мы вот начинаем претворять в этом году, у нас вот эти планы. Так, чтобы была автоматизирована система учета, работы, ошибок каких-то. Соответственно, из этой системы можно было в автоматическом режиме там, кого-то поощрять, кого-то наказывать. А по доступности у вас будет вот повышение доступности услуг для населения как-то вот еще вот это вот? Ну, смотрите, мы... Улучшаться вот, или нет? Ну, 6, вот у нас сейчас отделение, в принципе, в каждом районе. А, вы сказали, по да, нормативам вы, в принципе... Да, доступность, да, доступность уже, в общем, выполнили. Понятно. Если кому-то хочешь, то есть будет платный выезд, и, соответственно, куда еще доступнее. Да, к вам приедут домой, вы получите услугу. Следующий вопрос. Во всех центрах предоставляются одинаковые услуги или есть какая-то разница, специализация? Во всех одно и то же. Единственный момент, я в начале нашего разговора говорил, что есть момент, который технически еще пока не решен по поводу выписки из ИГРП одного дня. Ну, над этим работаем. Да. Вот, кстати, опять же, на вашем сайте такая вот связь идет. МФЦ «Самара», сайт администрации, единый портал МФЦ. Вот администрация города, вот почему, вот какая связь, как вы сотрудничаете? Администрация города – наши учредители, которые, в общем, курируют, которые задают там направление, вектор движения нашего. Соответственно, как же вся информация о нашей деятельности должна быть на их сайте. А уполномоченный многонациональный центр, он с точки зрения куратора выступает именно взаимоотношения с органами власти. Соответственно, там тоже вся информация у нас есть. Ну вот и по услугам гражданства, оформление гражданства или что? Вот такая рубрика целая, гражданство, что сюда входит? Ну, смотрите, бывает у нас приезжают люди на работу. Вот у нас на данный момент первичная регистрация есть. То есть вот гражданин, который приезжает в нашу Россию на заработки, первичная регистрация можно подать через нас. Продление уже надо идти, так сказать, в миграционную службу. Ну и, соответственно, все, что связано с гражданством, там тоже у нас заявление подать можно. Вот для тех, кто еще, может быть, не побывал в центрах, расскажите схема, вот как приходит вот человек, житель города, что его ждет, может быть, какие-то детали, что вот он сразу не возьмет документы или чтобы не возвращаться. Да, как у вас все это вот работает, по какой схеме? Ну, смотрите, мы с самого начала пытались выстроить логическую цепочку такую, чтобы людям было меньше проблем, чтобы быстрее все происходило и не было каких-то ошибок. Для этого очень большое информирование, которое мы претворили в жизнь. Начиная все надо с сайта, то есть
Вы заходите на сайт, он сейчас дорабатывается, будет очень удобно, и можно будет записаться онлайн, так сказать, в очередь на любое удобное время, по любой удобной услуге. И сейчас это возможно, но там есть технические проблемы, которые мы сейчас в течение полтора месяца, надеемся, решим. Вот. И, соответственно, на сайте уже можно сразу получить полное представление о том, что вам необходимо для того, чтобы сделать какое-то там действие по регистрации. Там. Да, вот это очень важно, потому что приедешь... Да, соответственно, на сайте вы берете, подготавливаете пакет документов, который обязательно для того, чтобы получить данную услугу, приходите к нам. У нас работа настроена таким образом, что вас на входе встречают наши сотрудники, которые, ну, специалисты именно в пакете документов, практически универсальные специалисты. Они отсматривают, они помогают получить талон. Ну, это, опять же, экономия времени, потому что они же понимают, в каком разделе, как, чтобы человек не стоял там, пытался найти что-то непонятное, а ему сразу дают, куда надо. Вот. Соответственно, перед этим они смотрят пакет документов, и на моменте прихода уже говорят, ну, мы можем вам выдать, по идее, мы принимаем все. Вот человек может прийти, просто одну бумажку отдать, мы должны принять по законодательству, но, соответственно, ему будет отказ. Да. И поэтому мы сразу на этапе прихода уже пытаемся его настроить. Либо вам еще что-то надо донести, либо можете пойти, конечно, сдать, но, тем не менее, вы знаете, что вам откажут по такой-то причине. И, соответственно, если человек адекватный, он, конечно, возвращается, доносит тот документ, который нет, и уже сдает спокойно все на юридические действия какие-то. А если бывает, говорит, я хочу сдать, так, ну, конечно, welcome. Он идет и сдает. Да, вот просто еще нужно понимание того, что людям кажется иногда, что ты отнес в МФЦ документы, и именно МФЦ вот все вам конечно и выдает. Это же отправляется в другие структуры, органы и так далее. Решение принимает орган власти, который за это отвечает. Мы только помогаем. Вот это правильно. Тоже важно. Наша задача быстро, качественно принять пакет документов. Проверить и отследить их правильность. Да, да? Правильность в том дело, что мы комплектацию можем посмотреть. Потому что правильность при заполнении. Вам принесут паспорт там, на недвижимость какого-то там года. Там только большой специалист, который знает, как он должен выглядеть, может сказать, это реальный документ или он там какой-то левый документ. Поэтому, соответственно, оценку самого документа производит уже специалист органов власти. Он там может обратиться в свой какой-то архив, поднять это, сравнить, посмотреть и сказать, да, это так и есть. Мы только примем комплектность. Вот есть там документ на дом, вот он есть. Есть заявление, есть. Мы сверяем паспорт человека, который заявитель, либо его доверенное лицо. И комплектность документов. Вот пакет сформирован. Соответственно, по факту того, что не все документы, отказ уже не может происходить. Он может отказ произойти только в случае, если какие-то там неправильности в самом документе, либо о невозможности в принципе этого действия. А сроки, вот когда получать документы, от кого окончательно? И вторая наша задача, мы отслеживаем сроки. То есть органу власти есть четко определенный законодательный срок, в течение которого он должен дать ответ. И вы тоже за этим следите? Конечно. И мы выдаем документ. Соответственно, получается вот такой вот контроль. Наша задача, чтобы гражданин был удовлетворен полностью там, качеством, быстротой, сервисом. А органы власти быстро вынести решение в отведенные законодательные сроки. Еще один вопрос. Планируете ли офисы МФЦ открывать в торговых центрах и в банках? Вот я хочу сразу сказать, то есть у нас открыт офисный центр, наш центр МФЦ, во-первых, в амбаре. Уже? Там прекрасное помещение нам предоставил амбар, соответственно, надеюсь, что скоро будет открытие такое торжественное. На самом деле он сейчас уже работает, можно туда ходить вот, в полноценном режиме. Ну, соответственно, и у нас сотрудничество со Сбербанком, который тоже представил помещение. И две точки у нас. Вот, видите, значит, 6 получается центров полноценных. И 8 еще вот, и 2 точки. 10. 8 уже? Да. 6 открытых, я спросил. 6 открытых. Так, понятно. Что ж, спасибо большое за то, что рассказали о работе МФЦ. Я, как потребитель ваших услуг, могу поставить вам вот буквально, может, 4 с плюсом и 5.
тоже. Поэтому рекомендую и вам, уважаемые телезрители, пользоваться услугами НФЦ. Это очень быстро, удобно и хорошо. До свидания.